I'm counting 7 tangos on the other side. What the hell's he doing? He thinks he can control us with terror. Solid copy, I got your 6. Let's move. He thinks he exists outside the law. No clean shot of the target. Stand by, I'll call out your shots. He thinks he can't be touched. But the last thing to ever go through his mind is my bullet. He's down. We are the elite. Oh, hello there. We don't do our job because we have to. We do it. Go, go, go! Because we're the only ones who can. Target in sight. There are soldiers. Fire! And then there are snipers. They're going down, they're going down! Так, так, так. Здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите паузу, с вами Казуко Фэмили. Написано даже в профиле Казуко Фэмили. Есть хорошие новости. Присаживайтесь поудобнее. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Ставьте колокольчик. А мы попрем дружочек, да. А плохие новости, то что это финал. То есть мы уже прощаемся с такой игрой, как Снайпер Ghost Warrior 2. Так что делайте чаечек, кофеечек, наслаждайтесь финалом, а мы будем сегодня до победного конца. Так что погнали, собирайте народ, а мы погнали народ. Так, сейчас, секундочку. Так, в прошлый раз мы остановились здесь. Достал. Да? Не постал, а достал. Окей. Так. Что-то у нас опять снова начались фризы. Это очень... Черт. Тут, считай, негде развернуться, и кругом полно врагов. Здесь всегда спокойно. Я не знаю, откуда они взялись. Ты местный, ты должен это знать. Смотрите, там электрощит. Вы ведь можете незаметно прокрасться и отключить свет, да? А может, ты это сделаешь, крысёныш? Нет, он нам еще нужен. Ладно, прикроешь мне спину. Готовьтесь уходить сразу, как погаснет свет. Что бы ты ни делал, всегда держи оружие заряженным. Надо держаться в тени. Так, это вообще возможно? Пройти незаметно, блядь. Будем надеяться, что да. Ух, блядь. Еще чуть-чуть и нам был бы каюк. Да? Я рад новым гостям, кто придет на Казуко Фэмили. Так что... Все хорошо, друзья. Так. Ложись, блядь.
хрен там. Задание надо было дойти. Окей. Так. Отличная работа. Мы уже в пути. Они идут в твою сторону. Прячься под машину. Андерсон, противник приготовился к бою и идет к тебе. У тебя ночная оптика, уходи от них. Я можешь да поправишь. Едва да могу да видим свою проклятую руку из-под лица. Прямо томе чекай мало. Жицы су пресечены. Сранье. Има još него воде с нами. Без виканья. Не останавливаемся. Повежем жице и брату света. Шта онда? Onda ćeš da mu raznećeš jebano lice, moronu jedan. Плохое так начало. Мы близко. Нужно только пройти через парк. Давай. Подожди секунду, я взгляну. Как и ожидалось, снайпер на крыше разрушенного здания в том конце. Будет тяжеловато, расстояние серьезное. Здесь совсем никого. Не нравится мне это. Иди за мной и будь готов к бою. Чувак, мы всегда готовы к бою. Что за... Боже мой! Есть контакт! Снайпер на один час! Он не мог быть один. Движемся быстро, от укрытия к укрытию. Не светимся. Идем! Ложись, живо! Эти стены должны нас закрывать. Осторожнее. Черт, вверху, прямо перед нами. Мы как на ладони, стреляй! Солдаты приближаются! На той стороне площади! Огонь, огонь! Заузмите свои позиции! Не пушайте их до прочих! Контакт! Неприятель! Да бля. Все мертвы. Давай. Ладно. Идем. У нас нет выбора. Заходим потихоньку. За мной. Меренно в путь на чеку. Нет проблем. Отставить. В нас стреляют. В самом верху справа. Готов. Уже недалеко. Я отведу вас. Бля, откуда тут патроны нахер? Ладно. Идем. Да идем, идем. Не тарахти, братан. Твою мать! Здание вдалеке, третий этаж! Не отставай, нам нельзя разделяться. В этом городе стало опасно только тогда, когда вы тут появились.
сказал тебе не отходить. Вот что происходит с идиотами. О боже. О боже. Держи, тракачу. Бедняга. Выкосим этих уродов нахрен, Андерсон. Карл, нет. У них серьезное преимущество. Пожалуйста, послушайся его. Мы едва пробрались через парк. Ладно. Давай хотя бы разберемся с теми, что на дороге. Со мной. Осторожнее. Держись ближе к земле. Не светись, можем разойтись с ним. Пошли. Давай, двигай. Еще враги. Видно, у них срочное дело. Сюда. Слушаю, сэр. Блин. Погнали. Ликвидирую его потихо. Занимай позицию. Я прикрою твой зад. Сейчас тебя отвалят. Либо ты по кругу идут. Твою же мать. Так, теперь вроде должен не заметить. Выключишь вон того часового. Другой на мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Отличный выстрел. Поднимемся на это здание. Там отличный обзор. Да блин. Сербы попали сюда из миномета. Боснийцам, которые тут прятались, не повезло. А вот нам как раз наоборот. Ага. Товарищи, Меринов пока не собирается на тот свет. Так что я все ставлю на вас. Мне нужно подготовить вашу отправку. Встречаемся под съездом с магистрали. Я жду 1 час и ухожу. Ясно. А теперь исчезни. Удачной охоты. Пусть духи Сараева будут довольны местью. Там Владич, а с ним еще 7. Возможно, еще кто-то внутри. Нам придется очень несладко. Все точно как в Ираке. Значит, справимся. Пора завалить старуху с косой. Ну, ты сейчас, босс. 1 выстрел, постарайся.
Ложись! Черт! Спасибо. Ты в порядке, напарник? Я бы не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Там их несколько. Ищи их по солнечным бликам в оптике. Давай! Движется в нашем направлении. Беглый огонь! Кажется, они злятся. Давай! Блин. Блять, повыше надо было взять. Знаю, еще один остался. Владич заперт. Не дайте ублюдку уйти. Цель на втором этаже, слева на краю. Сука. Первый этаж, окно справа. Цель на втором этаже, слева! Яблочко, напарник! Ты все в сгради! И с этой таи! Напрочь! Напрочь! Пора уходить. Стоп! Там что-то было, подожди. Не упускай их короткими очередями. Подожди. Я не могу тебя найти. Да бля! Какой живучий сукин сын. Контакт изгублен! Не, один не живучий оказался. Да. На этом точка. Бегом, нам нужно успеть к самолету. Друзья, я слышал по радио последние новости. Нам есть что отпраздновать. Ерунды не мели. Нам сюда направляется сотни сербских ополченцев. Пора убираться отсюда. Обязательно. Ну, по стаканчику успеем. У меня тост. Пусть души тех из Сараева будут довольны местью. Опять не договариваешь. Хе. Вы так и не научились расслабляться и наслаждаться жизнью. А теперь это делать поздно, пожалуй. Призраки. Рейзер 32, доложитесь. Доказательства добыли? Рейзер 32, как слышите? Доказательства скоро будут, американская свинья. Тогда твои люди умрут в Сараево. Ну да, этот...
Мерин оказался предателем. Сука. Снимать. Меринов хочет, чтобы плохими парнями в этом деле были американцы. Подготовка почти закончена. Владич мертв, они обречены, запасы у нас. И к тому же у них наши деньги. А что с этим делать? Он убил нашего командира. Проследи, чтоб помучился. Отлично. Тут всего 4 патрона. Дерьмо. Похоже, что если не везет, то во всем. Да, стелс это, конечно, такое себе. То, что у них автомат, блин, нельзя брать, это тоже, блин, такое себе, блин. Три! Водя, у Кенега Давиды, айде! Нужно найти снаряжение. И поскорее.
Так, пора выбираться из этой задницы. Ага. Максимум патронов, да? Пленка. Куда выбираться-то, блин? Не просто. Юниформ, это Рейзер 32, как слышите? Слышу, 32. Я, черт возьми, тебя носил. Ты не выходил на связь 3 часа. Меня схватили. Меринов нас подставил. Пока буду молчать. Здесь довольно опасно. Черт! Весело здание по кускам трещит. Юниформ, что там за история с минометами? По всей видимости, на улицах вспыхнули бои. Сербы начали обстреливать все дома подряд. Будьте осторожны. Уебе, что? Американский снайперист я побегал. Управо сам нашел Степана у подрума с подрумным кичом. Что? Брзо, провери сало пред него, что нам се прокледи кров сруши на главу. Сранје, човече. Сад имамо прилику. Мора да је негде овде. Можда још можемо да га нађемо. Команда, амерички заробник је нас води у граду. Понадјам, плаћени агент је слободан. Одјава! Овде, команда. Защити улице! Юниформ, это Рейзер 32. Угрозы нет, докладываю. Мне удалось выбраться, но Мэддокс остался у них в здании парламента. Они хотят, чтобы американец сказал перед камерой, что это военная операция. Какого черта тебя понесло так далеко от места посадки? Меринов вывел нас на Владича. Мы прижали его, но бандиты налетели на нас, как мухи. Думаю, мерзавец с самого начала хотел нас подставить. Черт возьми! Тебе было сказано стоять на месте и ждать указаний. Андерсон говорит, Диас. Я наблюдатель от ЦРУ. Пока не получим официальный мандат НАТО, крайне важно держать действия США в секрете от СМИ. Вам нужно отыскать своего напарника и вытащить его оттуда, пока они не начали съемку. Понял. Я сейчас в старой школе в 2 километрах к западу от места высадки. Подскажите по выбору маршрута. Так, самый короткий маршрут пройдет через... вроде бы это библиотека и больница. Твоя цель — это отель со стеклянным входом. Оттуда должен быть хороший вид на нужное нам здание. Вас понял. Не нравится мне это. Надо будет покопаться. Вот библиотека. Но еще на входе меня разорвут в клочья. Нужно ее обойти. Как ты говоришь. Подъезжай сюда! Давай! И... стой! Thank you.
стрёмненько. Šanse da je kog god da se i uzvukao bude ranjen. Рейзер 32. Из здания библиотеки отличный вид на важный район города. Обозначение аллея Снайдера. Сербы стреляют без предупреждения во все, что движется. Выбирай безопасный маршрут и будь настороже. Наверное, надо было так сделать. В любом случае, так. Помощь! Черт! Подтверждаю наличие снайперов. Андерсон, ищи удобную позицию. Или убирайся поскорее из этой чертовой библиотеки. Напарник,
Юниформ, я вижу сбитого толстяка, который падает к югу от библиотеки. Это один из наших? Пока не знаю. Юниформ, помогите выбрать позицию с учетом положения вражеских снайперов. В квадрате жарко. Понял, Рейзер, мы тебя видим. У этого здания лучший обзор вражеских позиций. Согласно правилам применения оружия, нужно всегда стрелять в ответ, так что давай. Большое спасибо. Кажется, единственный путь ведет вниз. Ну вниз так вниз, блин. В чем проблема-то? Zar nisam rekao vama dvojci idiota da obezbedite ulice i popravite kutiju sa usigračima? Bacajte se na posao odmah! Da, gospodine. Čekajte samo na rečite. Kada ove greške svinje opuste malo na gazini mina. One koje u kuda pitica? Da. Ja ću se biti kad po meni. Detektiva šrapnela i olova ti prođe sa stomačima, pa prođe sa stomačima. Volio bi da to vidim. Так,
Чув сам нешто. Jebote, mora da mi se priviđa. Račima, moj kurac. Jednog od ovih dana polomit ću mu grkljan, nego mi majmun. Да, война — это война. Что вещи не имеют значения на войне вообще. Юниформ, я вижу гостиницу, прием. Принял. Займи позицию на верхнем этаже. Оттуда лучший обзор. Гостиницу? Юниформ, вход в отель просто кишит врагами. Вижу несколько тяжело укрепленных позиций противника. Прошу рекомендаций. Андерсон, единственная подходящая тебе позиция — это здание парламента. Я приказываю тебе туда прорваться. Обойди противника с фланга и застань его врасплох. Посмотрим, что можно сделать. Конец связи. Thank you.
imamo gubitke! Так, меняем позицию. Будите пазливи, у закону є. Мета изгублена. Откривени смо! Блять! Я гад некого има на нишану! Контакт! Неприятель! Barikada je na mestu i ljudi su postavljeni. Da, gospodin, dobijaju i nove zalike ove momente. Ne, gospodin, nema šanse ni muva da se povuče. Hvala, gospodin. Да блядь! Буду, блядь, перезарядку не вовремя. Да блядь! Да блядь! Пиздец, блядь.
Блин. Все цели ликвидированы. Теперь иду наверх. Отличная работа. Мы засекли движение у здания парламента. Они ищут тебя. Доложи, как будешь на позиции. Такое себе. Что за черт? Юниформ, я вижу Мэддокса, но тут что-то не так. Не похоже, что он пленник. Андерсон, Диас, я сразу к делу. Мы тут кое-что раскопали и получили запись звонка, которую Мэддокс сделал из своей берлоги у вас на базе. Это вам понравится. Я уже сказал, все на месте. И не парься насчет наемничка. Все под контролем. Кол доверчив, как сопляк по кайфам. Так что если я изображу поддержку закона, Робокоп купится на раз-два. Ты главное соблюдай характер, и все будет тип-топ. Я все понял. Для тебя не составит проблем сыграть жадного ублюдка. Это еще что? Вспомни, это же Мэддокс привел нам этого красавца Меринова. Похоже, они всем нам утерли нос. С самого начала это планировали. Что планировали? Попасть в плен к бандитам в какой-то заднице, а потом пожать друг другу руки? Мы знали, что Владич тянет из сербской армии оружие и припасы, толкает на черном рынке. Но думали, что это к делу не относится. А теперь он мертв. И всю эту снарягу они могут забрать себе. Это что, шутка? Все доказательства у тебя перед носом. Признай это, сержант. Нас обыграли. Чего? Меринов и Мэддокс только что стали основными целями. Цель видите, Рейзер? Как слышно? Они уже двигаются. Обоих мне не взять. Разрешаю ликвидацию предателя Карла Мэддокса. Приказ, давай, жми! Может, ты заткнешься? Ты мне мешаешь! Окей. Да, драматично немножечко, драматично. Я знаю, что у вас зуб на Андерсона, генерал. Но управление вне вашей юрисдикции, и поэтому разрешения я не спрашиваю. Ради успеха операции я на время отодвину личные чувства в сторону. У нас очень мало времени, так что пропустим всякую ерунду. Согласен. Меринов снова в деле. Эта фотография сделана 24 часа назад на частном аэродроме Кашмира. Он отправился на север. Туда прибудет вот этот человек, Абдель Ахмед Хасан. Хасан именно тот покупатель, который нужен Меринову. Верит в конец света, состоятелен, одержим биологическим оружием. Сделка будет проходить в спорной приграничной зоне. Местность там такая, что обычный штурм исключен. Вы с Андерсоном должны высадиться до начала штурма, подтвердить присутствие основных целей и контейнера, а после начала заварушки прикрывать парней из Дельты.
Не буду вам напоминать, что здесь на кону, агент. Я выпущу вашего человека, но предупреждаю, если облажаетесь, назад можете не возвращаться. На вид ничего. Слышал, у них здесь даже кабельное есть. Только магазин на диване. Серьезно? Не хочешь сменить обстановку? Зависит от того, что ты можешь предложить. Как насчет того, чтобы еще раз взглянуть в лицо Меринова? Через прицел. Меринов снова пытается реализовать биоагент. Сделка пройдет в Непале, совсем рядом с индийской границей. Покупатель – лидер фундаменталистов из штата Кашмир. Организация считает, что этот фанатик собирается распылить биоагент над спорными территориями между Индией и Пакистаном. Это развяжет войну. А Меринов сколотит состояние, поставляя оружие обеим сторонам. Сукин сын. Уиллер будет не в восторге от того, что ты здесь. Согласен, но это его не касается. Послушай, Андерсон. Мы оба знаем, что за мной должок. Если ты отправишься под пули в очередную дыру, он станет еще больше. Я позвонил кое-кому в Вашингтоне. Дело официально заморожено. Это наш последний шанс прихлопнуть Меринова. После этой сделки он навсегда уйдет на дно. Значит, пора навестить нашего старого друга. В деревне множество целей. Нас 5, 10... Многовато. Ясно, что Меринов не собирается в этот раз рисковать. А еще он не хочет получить пулю в лоб, но от него это не зависит, это неминуемо. Слышу тебя. Сначала главное. Нужно получить достоверные данные о местонахождении патогена. Меринов наверняка будет там. Малая видимость сыграет нам на руку. Идем. Давайте постараемся. Сегодня же все и закончится. Ну да. Так. Ладно, выдвигаемся. Ага, и вот почему. Впереди множество целей. Не факт, что в этот раз получится проскользнуть мимо. Сразу думаешь о засаде. Но нам нужно пройти. Я готов вступить по твоему сигналу. Так. Хорошо получилось. Объект уничтожен. Согласен. Так. Он уже вниз спустился так быстро. Ладушки. Погнали. Светлячки. Да, это финал и все. Вот, в принципе, и финальный стрим. Тут вообще, в принципе, много не осталось. Финал и все. К сожалению, игра короткая. Но... неплохая.
Неплохой трэп играет, типа какой-то рок-версии. Да, не думал, что игра такая слишком короткая, сюжетка, но что поделать. Я с этого места разведаю окрестности, а ты жми вперед. Окей, жму, что сказать. Так. Коул, впереди несколько часовых одиночек, и они хорошо закопались, так что не дай им застать тебя врасплох. Нету. Еще одного тоже нету. Еще одного нету. Правильно, засранец. Туда тебе и дорога. Отличная работа. Точнее, засранцы. Тыкс. Погнали, чё. Раз уже финал. Будем особо. На 12 часов машина. Уходи влево к зданию. Избегай противников во дворе. Все хорошо. Они обыскивают территорию справа. Идем вперед. Вертушка. Он прочесывает район. Спрячься в тени. Оставайся на чеку, пока не улетит. Все чисто, идем. Окей. Идем, так идем. Так. Сохранение — это хорошо. Враг впереди. Еще один. Начинаем. Этот мой. Окей. Да, жесткая не оптимизация в игре порой, капец просто.
Снайперы заняли позиции в башнях. Нужно разобраться с ними, а затем идти дальше. Понял тебя. Координаты? Снайпер в правой башне, первый этаж. До цели 450 метров. Ага. Я вижу его. Вот дерьмо, убей. Нас засекли, начинаем. Ёпарасоте. А ну давай переиграем. Раз засекли, мать твою. Фраг впереди. Да бля. Начинай. Чего? А, это ты вот так? Снайперы заняли позиции в башнях. Нужно разобраться с ними, а затем идти дальше. Понял тебя. Координаты? Снайпер в правой башне, первый этаж. Средняя башня, второй этаж. Расстояние 550 метров. Вижу цель. Он присел. Вот дерьмо. Последняя цель далеко, так что не спеши. Нас засекли, начинаем. Готов. У нас все? Кажется, да. Двигаемся дальше. Стой! Прожектор на мосту. 12 часов. Избегай его света. Погоди немного. Это наш шанс. Давай. Спрячься за стеной. Не шевелись. Мы слишком близко. Не спускай глаз прожектора ни на минуту. За мной. Прикольная статуя. Так. Хорошо, придется идти через этот тоннель. Окей. Стой. Я хочу послушать. للمباراة على راديو أنتون. لقد راهنت بأموال عليها. عملت الأغراف. انسى. إنه مهووس بالرسميات. لا يستخدم أجهزته أبدا إلا لإرسال البلاغات. لكني سمعت أيضا أنه جبان. بإمكاني أن أتفاوض معه. مفاوضات عنيفة. اللعنة. يبدو أنك فعلا مدمن للقمار، أليس ذلك؟ اسمه استثمار. Отлично. Здание с антенной — это именно то, что нам нужно. Все, хватит с меня болтовни. Снимем их одновременно. Отлично. Двое парней наверху. Они рядом, так что убей сразу двоих. В смысле? Да блядь! Да блядь! Там хоть трое их было или нет? Ну хорошо, что трое.
Так. Чё? А, вот. Отлично, чуть больше патронов взяли, и то хорошо. Так. Нам сюда по заданию, да? Андерсон, давай за мной. Да иду, иду, не ори. Ага. У нас куча доступных целей в этом квадрате. По моему сигналу. Первая цель у входа справа. Да. Снайпер в птичьем гнезде подставился. Сними его. Черт, вот вам и маскировка. Нас засекли, начинаем. В смысле? Не понял ни хера. Как нас засекли, блядь? Что за бред? Блядь, по новые патроны брать, ну это пиздец. Офигенно, блядь, просто. Так. Не сюда пошел. Весело. Весело, весело. Отмечаем Новый год. Андерсон, давай за мной. Окей, окей, не ори ты так. У нас куча доступных целей в этом квадрате. По моему сигналу. Да я понял, бля. Первая цель у входа справа. Снайпер в птичьем гнезде подставился. Сними его. Черт, вот вам и маскировка. Нас засекли, начинаем. Да ёбаный в рот, вы серьезно? Ёбаные петухи, так и должно быть. Я тому еблану, блядь, в голову нахуй стрелял. Чё за пиздец? Блять, легче точно не станет. Как говорится, да начнутся игры. Судя по тому, что на табло мы уже вышли вперед. Наглый урод. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Ну. Я уже вижу вдалеке станцию связи. Мы близко. Впереди две цели. Я слева, ты справа. Ты его завалил? Нам нужно будет допросить оператора.
Какая тактика? Хороший и плохой полицейский. Давай лучше по-старому. Двое парней с пушками. Должно сработать. Говорит Орел-1. Сектор 3 чист. Пока ничего необычного. Орел-1, мы не можем связаться с постом Альфа. Можете отправить кого-нибудь на проверку? Слушай внимательно. От того, как ты сейчас себя поведешь, будет зависеть твоя жизнь. Понял меня? Пошел к черту, американский свинья! Ты уже мертвец! Как грубо. В каком месте будет заключаться сделка? Я не знаю. Ну, как хочешь. Стой! Не стреляй! Я лишь знаю, что попасть туда можно только на лодке. Опять не договариваешь? Пожалуйста, я больше ничего не знаю. Клянусь, своими детьми клянусь. Диас, отправляйся искать лодку, а я буду резать его на кусочки, пока не заговорит. Идет. Только заткни ему пасть, чтобы не орал. Ладно, ладно. Не так уж много мне и платят. Жизнь дороже. Вам нужен заброшенный монастырь. Туда можно добраться по реке, только сначала придется пройти через пещеры. Это все, что я знаю, клянусь! Ну вот и молодец. А теперь спокойной ночи. Ага. Юниформ, вы все слышали. Можете подтвердить его рассказ? Понял тебя, Рейзер. Судя по снимкам со спутника, он не соврал. Тебе придется пробираться через систему пещер. Мы уже почти закончили с подготовкой торжественной встречи Хасана и Меринова. Поспеши или опоздаешь. Да, сэр. Такое событие я пропустить не могу. У нас нет никаких данных, сколько противников. Молись в этих пещерах, как хорошо они будут. Вам следует осталось. Юниформ, у нас статические помехи. Судя по всему, камни мешают. Доложу, как буду наверху. 3-2, конец связи. Иди за мной и будь начеку. Камни скользкие. Держись! يبدو أنه لا شيء. شوت. أكره هذا المكان. спасение утопающих. Заткнись. Черт, винтовка, твою мать. Сколько патронов у тебя в пистолете? 15. Это, конечно, не прогулка по парку, но здесь немало темных мест, где можно спрятаться, и у меня еще остался бинокль. Как можно по-другому сказать «вниз, Коул»? Ну ты же герой, а я просто наводчик. Плюс это твоя винтовка. Проныра. Перед тем, как идти по мосту, проверь прожектор. Если здесь поднимут тревогу, мы трупы. Надо держаться в тени. Да, трэш. Стой! Из туннеля справа выходит патруль. Минхуна я реджал! Попробуй переждать. Не горячись. Жди момент. Инна наджри масханни мантахайла ан. Аджал. Натакадам нахву лхита шамали. Еще совсем немного. Альфирка тутаридни. Лау ахтахаму лхайда санинал минхум. Подожди, пока они уплывут. Все чисто, дождись прожектора. Я
Ладно, идем. Пошел, пошел, пошел. Погоди немного. Я прошел. Хорошо, один противник у тебя на пути. فتعتقد أنه ذلك القناص الذي يبحثون عنه الذي أصاب مرينوف على الجزيرة هو بعينه يقولون أنه مات أجل لكن في قبل خير من أجله مرينوف معه إسكوبايسيا وهو عنيف وعديم النار لكنه دمر الفريق في العملية الأخيرة هذا أخطط الشائعة يا مركز أريد مسعبا بسرعة هنا لمصاب في حالة حرجة يا مركز Лучше их не трогать. Можешь пройти вокруг по тропинке. Думаю, я уже немало тут сделал. Не слышится сожаления? Нет. Эргономика. وعلينا أن نؤمن المنطقة جيدا من المخارج لأنه من الواضح أن هناك من يريد أخذ سلاحنا. سلاحنا؟ هل أنت ما أتوه؟ سنحصل على حصتنا وينتهي الأمر إياك أن تحلم أنك أيها المرتزق الحقير ستتمرغ في النعيم الأفضل أن как водить причали, Коул? Нужно разведать, что там впереди. Опять русская водка. Иди по верхней тропе, там будет меньше противников. Окей. Здесь очень легко устроить засаду, будь осторожен. Стой! Попробуем переждать. لو لم أكتلف مهمة الحراسة على جسر مرة أخرى سأموت مفتاح البال ما مشكلتك مع الجسور الفكرة المرتفعة أكرهها من كل قلبي والملاعين هنا يبنون كل معابدهم على حواف الضباب وقمم الجبال وبينها جسور ممددة فوق وديان ليس لها آخر لا أفهم اسمع إذا كلفوك بمهمة الحراسة على جسر ثانية اتصل بي وسأخذ مكانك Тебя заметили, повторяю, Холм, они идут за... Да ёпара, СТ. Я чё знал, что того хрена трогать? Блять, нельзя. Ёпара, СТ. Нужно разведать, что там впереди. Я понял. Я просто не... Божечка, поспешил. Бывает. Иди по верхней тропе, там будет меньше противников. С
Здесь очень легко устроить засаду. Будь осторожен. Стой! Попробуем переждать. أجل وهذا ممل جدا. يا حقي الجسور المنزل في تربينك في كلوب بيشيري. لو لم أكلف بمهمة حراسة على جسر مرة أخرى سأموت مرتاح البال. ما مشكلتك مع الجسور؟ الفكرة المرتفعة أكرهها من كل قلبي، والملاعين هنا يبنون كل معابدهم على حواف الخضاب وقمم الجبال. ما هذا الصوت؟ Если убьешь часового сзади, постарайся оттащить его тело подальше. متأكد أني لمحت شيئا. هذه رائحة. ما هذا؟ Так и делаем, как ты говоришь, чувак. Попав под луч прожектора, можешь словить пулю. Будь осторожен. لا أظن أنهم جمعوا كل المتفجرات في مخزن سلاح واحد، وهم ليسوا فوضيين هكذا. لا عليك، هل تمكنت من الوصول لزوجتي؟ يا ربي، هذه الخطوط السبب. Наконец-то. Вижу свою винтовку. Надеюсь, что с ней все в порядке. Повторяю, Пол, они идут за тобой. Да что за фигня? Как они меня, блядь, заметили? Что за бред? Наконец-то. Вижу свою винтовку. Надеюсь, что с ней все в порядке, потому что свет нужно как-то погасить. Вперед, быстро! На стволе пара царапин, но крючок, оптика и газовая система кажутся целы. Хорошо. Уничтожь прожекторы всех врагов в его окрестностях. Да бля. Отлично. Но дорога не фонтан. أريد أن أقول لك شيئا. ماذا؟ تعال هنا. لا أريد أن أظل أصيح طوال الوقت. هل كل شيء تمام عندك؟ كل شيء هادئ. لا جديد. Все, хватит с меня болтовни. Снимем их одновременно. Считал 7 противников, у них XM8. Называй цели, я готов. Первая цель за деревяшками. Понял, я им займусь. Mm-hmm.
цель можно ликвидировать. Отличная работа. Нас заметили. Да в смысле, как, блядь, нас заметили, блядь? Я ж его вроде бы убил. На месте. Ну, давай посмотрим. Ты издеваешься? С другой стороны, я насчитал 7 противников, у них XM8. Называй цели, я готов. Первая цель за деревяшками. Пиздец, блядь. Понял, я им займусь. Отличная работа. Следующий. Двое противников стали кучу. Нас заметили. Да блять, ёб твою мать, откуда я знал, что их там, блять, несколько? На месте. Ёбаный пиздец. На другой стороне я насчитал 7 противников, у них XM8. Называй цели, я готов. Первая цель за деревяшками. Понял, я им займусь. Нас заметили. Да пиздец, блядь! Какого уя? Ну, давай уже, блядь, ни хрена не смешно, блин. На другой стороне я насчитал 7 противников, у них XM8. Называй цели, я готов. Первая цель за деревяшками. Понял, я им займусь. Пиздец, просто пиздец. На месте. Ну, давай посмотрим. На другой стороне я насчитал 7 противников, у них XM8. Просто называй цель, я готов. Скриптовый момент. Первая цель за деревяшками. Понял, я им займусь. Отличная работа. Следующий. Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Ставлю. Он труп. Готов спорить, что у второго был сердечный приступ. Ну, будь по-твоему. Еще один справа. С моей стороны цель не видна. Не могу стрелять. Есть. Используй колокол, чтобы выманить его. В прошлом. Неплохо. Давай, сними его. Готово. Кто следующий? Их тут еще много. Не могу прицелиться. Ладно, вскрываемся. Другого выхода нет. За тобой. По твоей команде. А что я могу сделать? Спускайся, пока они еще далеко, там ступеньки. Есть ступеньки? Смотри-ка, склад оружия. Похоже, здесь значительная часть их запасов. Оружие, патроны, взрывчатка. Должно быть, это один из их основных складов. XM8 с глушителем. Благодарю. У нас ничего нету, да? Замурчательно, ну ладно. Так. Погнали, чё. Вот, С4. Бери и начинай всё посмотрим, что здесь. Чё? А чего вообще по сюжетке надо? А, минировать два входа. Ну окей. Давай. Раз.
раз на раз не приходится, да? Да. Вот так тебе. Ладно, выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Ладно. Посмотрим, хватит ли столько патронов. Быстрее! Погнали, погнали, чё? О, нужно разведать, что там впереди. Думаю, дистанция достаточная. Пора запускать фейерверк. Пора. Не нравится мне этот звук. Бежим! Тут и так все держалось на честном слове. Это не только из-за взрыва. Я на месте. Пошли, пошли, пошли! Быстрее! Давай направо! Я бегу, бегу. Нам туда! Беги, Нест! Бегом! Шевели задницу, иначе не успеем! Направо! Вверх по лестнице! Налево! Быстрее! Прыгай! Повелись, Андерсон! Вот же дерьмо! Чё? Шевелись! Давай направо! Пол здесь, за мной! Налево! Нам туда! В другую сторону! Осталось совсем немного! Выходи, Бондар! Может, на хорошую ошибку? Поживее! Окей. Поможем с удовольствием. Вот только прямо сейчас мы немного заняты. Когда будем на месте, мы вам крикнем. Со сделкой. Возможный элемент неожиданности. Ни одному это кажется чертовски знакомым. Слышу тебя, но мы должны почистить все хвосты, хотя бы ради Келлера и его парней. Наверное, здесь я должен рявкнуть «Ура!». Так что чего бы я там ни думал, ура, братан. Хотя бы один скрин сделать, и то будет шикарно. Нужно два скрина сделать, так, под конец. Замри. Есть контакт. Храм наверху. Видишь его? Угроза ликвидирована. Ладно, выдвигаемся. Тут двери не откроются, да? Мы его
Лотос, в принципе, прикольный. Такс. Кто-то идет, спрячься за колонной. Тот, что справа твой. استمر في هيامك وأحلامك إلى أن تستقر رصاصة أمريكية في بطنك. ليروني ما عندهم. سبق وعند القيد رصاصة. قناة العدو يشتبك. хорошо, выдвигаемся. выдвигаемся, выдвигаемся. врываемся и защищаем по твоей команде. Прямо за тобой, Коул. Сложно представить, сколько в храме ходов. Никуда не лезь. Да, очень тесный. Черт. Нужно постараться снять одним выстрелом как можно больше. Присмотрись, может, на ком-то есть гранаты. Отличная работа. Сними остальное. Чё, блядь? Грёбаный снайпер, блядь. Да блин! Ну? Хорошо получилось. Идем дальше. Так. Ну идем, идем. А, вниз спустился. Вниз так вниз. Внимание, вражеская вертушка. Фанат оружия массового уничтожения с нами. Ветер, конечно, на время займет пилота, но нам все равно нужно спешить. Спешим, спешим. Как можем, так и спешим, да? Так, тут хотя бы патроны будут. Да. Я прям мысли читаю, что патроны будут. Так. Давай-ка посмотрим. И чё? У тебя на один час команда снайперов. Башня, два человека. Снимай их поодиночке, когда разойдутся. И постарайся поживее. Выключи второго, пока он еще не нашел тело. Вот дерьмо. На земле. Ко входу в башню приближается солдат. Не дать ему до нее дойти. Цель справа. К центральной площади подходит патруль. Затаись на время. هناك شخص رمى قنبلة في المسجد والآن تتقاتل الناس في الشوارع. أنت تعلم نفس المشكلة تتكرر من جديد. المهم أعود وأقول تعلم أنهم يتقاتلون فالفرصة قائمة لجميع المخالفين. هل عملت في الهند أو باكستان من قبل؟ أنا؟ لا. كنت في تاجيكستان قبل قدومي إلى هنا. أنا расходятся по сторонам, приготовься. أظن أنها مثل غيرها. Начни вон с того бездельника. أغلب المهام تأمين الموقف. Он готов. Теперь нейтрализуй второго. Один вышел из середины группы. Самое время его снять. Не горячись. Жди момента. Давай, стреляй.
Остались три солдата у алтаря. Нас поджимает время. Убей двоих одним выстрелом. Ну, а левый мой. Окей. Ну. Как я тебя? Отлично сработано. Уходим, давай. Да-да-да, хорошо. Есть, давай в укрытие. Снайперы наверху, на стене храма. Да. Твою мать. Да. Твою же мать. Все вроде чисто. Нужно покинуть открытое место. Рейсер 32. Это Гэмбл 21 лично. Вертушка с интересующим нас лицом вот-вот сядет. Нам нужно, чтобы вы поскорее оказались внизу. Прием. Гэмбл, мы вынуждены засели на главной площади храма к северу. Скоро будем у вас. Хорошо. Информирую вас, что если не будете успевать, то Юниформ разрешил вам вступать в бой по готовности. Этакий гнев небес получится. Мы будем рады помощи. И не пойте там пока Аве Марию, парни. Вот скоро с неба огонь обрушится, будет самое время. Слышу хорошо, Рейзер. Андерсон, нужно действовать, пока они не закончили. Хорошо. Потихоньку заходим. Проверь по углам. Один крадется. Цель на 12 часов за углом. Оставь его мне. Окей. Машина, спрячься! Похоже, нас не заметили. Пусть едет. Враг впереди. Погнали, чё? Одна цель на ногах. Жди, пока он будет в слепой зоне, и вперед. Ну все, нам хана. Помоги-ка мне, Коул. Трое, что ли, было? Походу, что да. Текс. Кажется, нужно подниматься. Окей. Ждем, пока он поднимется, блин. Да, уж забавно. Забавно, забавно, забавно. Чё, серьезно? Поживей, не сутки же нам тут торчать. Ладно.
Вертолет на земле. Видишь там Меринова? Что за фигня? Снайпер Меринова. Кажется, нет. Что там такое? Кажется, это Карл Мэддокс. Стреляй через нее. Стреляй через кабину, давай. Сукин ты сын. Все. Еще миссия. Во как. Ну окей. Призер, докладывайте, Диас, что... Сейчас я. Там творится. Это Мэддокс. Он жив. Это бред, агент. Возьмите себя в руки. Я сам поверить не могу, сэр, но это правда. Похоже, это с ним мы столкнулись в отеле на Филиппинах. Черт побери, косяков в этом деле выше крыши. Ладно. Судя по данным со спутника, тепловой сигнал патогена находится на борту вертолета, который сел в 2 километрах к востоку от тебя. Необходимо задержать его, пока мы не подтянемся. А если Мэддокс попытается помешать... Я знаю, что делать. Декс, подождите секунду, народ. Хотя... Пока еще ролик покажут, блин. Какой-то. Ну да. Я-то, в принципе, так и думал. Что еще ролик какой-то покажут. Учитывая особенности района, Мэддокс приготовит себе кучу удобных и защищенных позиций. Будь осторожен. Ладно, выдвигаемся. У нас часы тикают. Буквально. Да ладно, мужик, не злись. Ух ты ж. Красивый момент. Я бы скажу. Угу. Погнали. Я пойду первым. Иди. Дикс. Все не могу поверить, что Мэддокс живой. Блин, как будто опять гребаная Сараева. Зато никаких чемоданов, набитых чистыми купюрами по 100 баксов. Он не из-за денег. Это я точно знаю. Он хочет отомстить. Мне. Этот матч я планирую выиграть. О!
Перчик. Где Денчик, там и Перчик. Так. Опа-на. У моста очень оживленно. Но нам нужно пройти. Я готов вступить по твоему сигналу. Неплохо. Все чисто. За мной. Погнали. Чище. Блин, что-то FPS местами переседает, что пиздец просто. Печально. Район чист. Так. Пошел. Что-то сейчас будет, да? Ты замечательно смотришься в моем прицеле. Бегись! За мной не поднимайся. Коул Андерсон, это ты? Вернулся исправить ошибку? Напарник. Что ж ты тогда лажанулся? Что в этот раз все будет иначе. Карл Мэддокс. Это тебя запах капусты воскресил? Задницу тебя и твои прощальные речи. В этом мире или ты первый номер, или кранты тебе. Как он к нам вклинился? Это твой новый наводчик, Кол. Кстати говоря, ты выглядишь как конторская крыса, нацепившая новенькую форму, говнюк. Хочу просто пока руки об тебя марать. Не смог или не захотел? Целиться так и не научился. Чё ты держишься за винтовку, как за хрен? Отлично сказано для пятилетнего. Ну да, шавка дяди Сэма. Лаешь ты до сих пор куда круче, чем кусаешь. Помнишь свою команду на Филиппинах? Эллер и Гомес, так что ли? А так, слышал, как они орали по рации. Умоляли им помочь, когда я всех мочил. Ублюдок. На этот раз дело до конца доведу. Вряд ли. Что у тебя не будет шансов. Сомневаюсь. Мать твою! Впереди открытое пространство, у нас шлепнет! Ставлю завесу, будь готов действовать быстро! Хорошо, пошел! Погнали. Мне так еще легче за тобой наблюдать. Я понимаю, что ты хочешь вместе, но биологическое оружие? Представь, сколько людей погибнет. Даже у жадности должны быть свои пределы. Ты вообще ни хрена не понимаешь. Когда будешь лежать в этом богом забытом болоте с пулей в брюхе, зная, насколько ты никому не нужен, тогда ты все поймешь. А как вы называете убийц, который убивает других убийц, мой друг? В этой полоске земли множество целей. В хижинах на 12 часов, судя по всему, снайперы. Их слишком много, чтобы идти в лоб. Нужно их отвлечь. Если взорвать ту канистру, то огонь быстро распространится. Это нас выдаст. Но зато Мэддокс ничего не увидит. Вот это тот хитрый сукин сын, которого я знал. Пошел ты, ублюдки. Вот и по делам вам. Все хорошо, тихо и незаметно. Засранцы. Будете знать, на кого руку поднимать.
Тыкс. Валим, 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 валим. Ой, сохраняшка, замечательно. Места реально прикольные. Я скажу. Здесь совсем никого. Не нравится мне это. Осторожно! Еще снайперы на вышках. Так, один готов. Второй. Хорошо, пошел. А мне можно пойти? Пошли. Сюда, давай. Я иду, иду. Давай разделимся. У Мэддокса появится новый повод для беспокойства. Я слева, ты справа. Патронов нет. Ну и ладно. Я уже в пути. Сюда, давай. Да иду, иду. Не ори. Нужно его окружить, давай. Осторожно, он в той башне. Я вижу наверху пару бочек, пора нам расквитаться. Коул. А вот и ты. Он очень хорошо укрылся, стреляй по бочкам. Вашу мать! Сукины дети! Мэддокс прекратил огонь. Наверное, меняет позицию. Теперь наш шанс. Поднимаемся. Сейчас. Поднимаемся, так поднимаемся. Ёпа, раз это так. Идем дальше. Внимание, снайпер, башня на 11 часов. Вижу. Вторая цель на 10 часов. Следующий на час. Ага. Осталось двое, постарайся их завалить. Хорошо, со мной. Отлично. Жалко, что это все заскриптованные, блин, сцены. Это, конечно, бесит, что это все заскриптовано. Так.
Ладненько. По этой стороне. Окей. Мэддокса не вижу, но во дворе разворачиваются несколько минометных расчетов. В первую очередь нужно нейтрализовать первая эти минометы. Минометчиков 550 метров. Готово. Вторая справа от статуи. Уничтожь минометы. Пока минометы не заткнутся, мы и головы поднять не сможем. Все минометы нейтрализованы. Черт побери, что теперь? Он шлет снайперов. Сам их тренировал, как ты меня когда-то. Ирония судьбы, да? Ну, проверим, кто кого. 12 часов, 700 метров. Между скалами 670 метров. Башня слева примерно 1000 метров. Было шоу. С меня хватит. Пора толстой леди спеть для тебя, Андерсон. Ты слишком много болтаешь. Закончится, приятель. Юниформ. Это Рейзер 32. Мэддокс убит. Это точно. Теперь займемся контейнером. Рейзер 32, доложите обстановку. Обстановка полная задница. Принято. Хорошо сработал, капитан. Но все равно ты засранец. Взаимно. И что это было? Плохой выбор, ошибка. Больше я ее уже не повторю. Кстати, тебя кто-нибудь дома хоть ждет? Моя винтовка мой лучший друг. Она моя жизнь. Вот как-то так. Дорогие друзья.
Так. Ну что ж, вот мы и прошли оригинальный снайпер Ghost Warrior 2. Я надеюсь, сюжетка вам понравилась. Вот. Хоть и, конечно, короткая, наверное, часа 4. Может, даже меньше, не знаю. В принципе, на любителя не скажу, что прям круто, офигенно. Когда ты уже повторно проходишь. Стоит ли играть в игру самому? Лучше, наверное, поиграть в третью часть, которая намного лучше. Там действие в Грузии. Вот, и там графика уже покруче, больше простора для тактики галактики, то есть для снайпера. Можно даже проходить шутаном. Первое, что в третьей части, это вторая. В третьей части можно все шутаном проходить, подобрать автомат и автоматом всех покромсать. Слава богу, что в третьей части это сделали. А вторая, она до сих пор ограничена, но то, что они перешли на движок Crysis, это заметно. Если играть на максималках, то тут симпатичные локации, но все равно игра линейна, она ограничивает. Вы также можете только пистолет и снайперку брать, автомат нельзя, потому что во второй части такая механика игры. Ну а в третьей части вам дают три тактики. Тактика стелса, тактика снайпера и тактика напролом. Ну а так, спасибо, что смотрели, дошли до финала. В принципе, всем спасибо, всех благодарю, всех новых, кто пришел, всех зрителей, кто остается на канале Kazuku Family, ставит лайки, приглашает друзей. Друзья друзей ставят колокольчики, чтобы не забывать, что еще происходит на канале Kazuku Family. Ну а всем теплых вечеров, спасибо, что смотрели, всем до новых встреч и всем пока-пока!